Во встрече приняли участие представители Ростехнадзора, МЧС, заместители губернатора и руководители угольных предприятий. Поводом стали подземные толчки, которые произошли ночью 13 января в 3 часа 40 минут по местному времени. Эпицентр был в районе поселка Артышта Беловского района. Толчки почувствовали жители поселка Красный Брод. Жертв и разрушений нет. Аман Тулеев обратился к кузбассовцам с просьбой не паниковать, быть бдительными и подготовленными к катаклизмам, в том числе и к землетрясениям, которые свойственны сейсмоактивному региону. Участники межведомственной встречи обсудили уже принятые меры по повышению сейсмобезопасности и новые шаги в этом направлении. Причем начинать необходимо с детей, считает губернатор. Генерал-майору Мамонтову, еще раз, Александр Сергеевич, громадное спасибо за то, что вы делаете по безопасности наших людей. Но я прошу составить график, Владимир Николаевич, дополнительных тренировок по эвакуации людей с массовым пребыванием. Какие, определитесь, какие города, когда проводить, тоже посмотрите. Вот эти тренировки по Пахомова-Лемосейна должны быть во всех школах, во всех вузах, техникумах. Объяснить нужно, вот, чтобы дети до автоматизма вот это вот все запоминали и, главное, выполняли все эти рекомендации. Они же не придуманные, они взяты из жизни. И знали, как действовать вот в экстремальных ситуациях. А как вот все это преподнести психологически, чтобы усваивалось с детьми, надо продумать. То ли вот видеофильмы, то ли слайды. Ну, памятки, само собой, это испытанный метод работы. Конечно, я считаю, максимально нужно использовать такую форму, как сочинение вот на заданную тему. Потом ребенок должен вместе с родителями своими, с мамой, папой обсудить, вот правильно, неправильно. И тогда через ребенка мы придем в семью.